Просто пиздец. Всем известно, что в Самаре в каком-то году будет проходить чемпионат по футболу. Вот у нас местные власти обустраивают, вот построили гостиницу для приезжих фанатов, депутатов и прочих граждан. Вот, очень комфортабельные, уютные, стиль барокко. Смотрите, какое просторное помещение. Очень здорово. Очень круто. Приезжайте в Самару, дорогие гости. А тут агитационные. Нет фашизма всех мастей. Конечно, нет фашизма, ёпта. Даешь равенство и братство. И хуй в жопу. Пойдем. Охуительный дом. Дом мечты. А там же с той стороны еще живут. По-моему, да?